Озвучено командой Voice Souls. Приятного просмотра, не забудьте поставить колокольчик. 28-я часть Puppy Tail. Плохая концовка. Так, все собрались. Сейчас будем снимать продолжение. Стоп. Эй, Стрэндж, а где Эрор? В кладовке. Хорошо, выковыривайте его из кладовки и начинаем. Я не хочу драться с... ну, фактически с собой. В этом нет смысла. Я не знаю, что там тебе наговорил Эрор, но ты до сих пор на его стороне лишь потому, что не знаешь всей правды. Я просто покажу тебе твои же воспоминания, и ты поймешь, что я был прав. Уверен, после этого ты поймешь, что этот глюк заслуживает смерти. Смотри внимательно. Да кто ты, черт возьми, такой? Спасибо тебе! Будет тебе мир. Спасибо тебе, Инг. Я знал, что ты придешь на помощь. Оставлять его в живых. Нет, нет, не может быть. Смотри внимательнее, Стрэндж. Он предавал, разрушал, убивал. Нет, нет, этого не было. О, уверяю тебя, все эти события реальны. Проблема в том, что у нас отвратная память. Эрор никогда не становился добрее. Нет, это ты забывал все зло, что он учинял. Ну почему все так ужасно обернулось? Братик, мы можем сейчас сделать что-то, чтобы помочь? Попробуешь сунуться туда, сломаю тебе ноги. Понял. Что? Тебе есть что возразить? Пожалуй, ты не выглядишь виноватым. Именно! Я знаю, что ты ванильный придурок, любишь верить всем подряд. Но хоть раз включи свой чертов мозг. Да, я тот еще ублюдок. Но это не отменяет того факта, что этот Инт просто дерьмовая кукла, которая хочет нас всех порешать. Если ты не прибьешь его, то он доберется до остальных. Блу, Трима и... Я даже не помню, кто они такие. Что? Какого? Он... Разве не вернул свои воспоминания? Блин! Может ли быть такое, что ему показали не все воспоминания, только плохие? Это объясняет, почему я в них так много раз появляюсь. И, конечно же, там нет примера Дрима. Вот ведь упырь, хитрый какой. Стоп, это же я его создал. Ну, я почти горжусь. Озвучено проектом HSP Voice Souls. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые озвучки. Автор комикса – творческая свалка. Не, что? Какого? Он разве не вернул все свои...